Ребятки, всем привет, с вами Александр Дино, Hunter Deadly Shooers. Давненько вы меня просили. И у нас действительно давно уже не было серии по этой игрульке. Так, записываю сейчас с утречка на работе, так что может быть какое-то небольшое эхо. Это уж ничего с этим не поделаешь. В офисе никого нет, пустота. А мы будем сейчас стрелять. О, так, у нас автоматы. Автоматы, это хорошо. Я уже давненько не стрелял с автомата, а то лук, снайперка, дробовик. Так, и мы, получается, ничего ни одной карты не открыли. Это понятно. Ну что, давайте будем разминаться. Так, 2,8 миллиона награда, 4 молодых траадона. 4 молодых умняшки. Так, пернатые, по-моему, они выглядят совсем по-другому. Траадоны у нас были... Не такая модель была. Перерисовали, что ли? У нас, по-моему, они были все одинаковые. Что Троадон, что Раптор. Так, где вы? Где вы? Вон там бежит где-то. Вот это у нас начало. Дерзкое. Так, у меня автомат вообще прокачан. Сейчас нужно заглянуть, кстати. Может, я автомат не прокачал? Так, нас тут задалбывают рекламой. Так, улучшить. Нет, мы, по-моему, все прокачали, ребята. Так что будем спишем это на то, что я еще не проснулся. Вон, побежали. А вот еще поближе есть. Нет, не будет так. Фух, мы выжили. Надо как-то яркости поддобавить. А то в этих джунглях вообще не разглядишь этих мелких гаденышей. Так, 6 молодых Меритерия. Похоже немножко на Фиомии из Арка. Так, сейчас нужно тут прицелиться. Так вот, 1, 2, 3, 4, 5. Ну кто его знает? Фу, вот это реально был последний. Если бы я его не достал, больше тут на карте я не видел. Их всего было 6. По поводу арка, ребята. У меня вообще должна была выйти серия еще вчера по арку. Я там, у меня было где-то снято 2 часа игры. Ну, я вот начал его монтажить, даже отрендерил, потом пересмотрел. А, короче, там вторую часть видео картинка подергивается. Ну, совсем как-то печально. Пришлось удалить, ребята. Так, 2 молодых Барионикса. Так, что-то он какой-то живучий. Да ладно, я реально успевал. Так, мы помчались на вторую попытку. Может, я поспешил немножко. Пока тот заблокирован, я просто поэтому стреляю. А вот это я не заметил. Реально подошел из-за угла, так сказать. Ну ладно. Дубль 3.
Так, неужто ли этот как бы быстрее ко мне доходит? Это было на волосок от смерти. Так, ну, идем дальше. Может, последний бой замахнемся на босса? Каудиптерикс? Я его достал. Так, ну их же тут бесконечно, правда? Такой прикольный мелкий. Новенькие динозаврики. То есть, может, тут что-то изменилось, перерисовали? Так, Титанис. Это будет вот эта птичка будет наш Титанис. Террор Бёрд? Да, Титанис. Это нам не понадобится, нам мы успели отстрелять всех с одной ячеечки. Не, ну как-то стало поинтереснее, то последние как бы регионы у нас было все совсем одинаково. А теперь какое-то разнообразие. Так, гипозавры. Гипозавры это что-то похоже на мутабурозавров. Что у нас здесь? Гриппозавры. А, ну давайте тогда пойдем по сюжету, раз у нас одно и то же там и тут. И у нас осталась всего лишь одна ячеечка энергии. Ну да, то есть гриппозавр, мутабурозавр. 5 штук, ничего себе. А тот еще выжил, получается. Надо как-то их замедлить. Вот обычно, когда по ним попадаешь, они, то есть, как бы ранены, уже так быстро не убегают. Но вот эти как-то вообще не замедлились. Давай, пуля, от пули не убежишь. Ой, куда она ему попала? Так, ну у нас остается еще одно очко. Вот именно туда ему и прилетела эта пуля. 4 молодых гуанозавра. Так, а босс у нас тоже, кстати, такой же самый гриппозавр. Так, а гуанозавр очень похож на Кентрика. Слушайте, а как их тут со всех подстрелить, если тут такие паузы? Так, по-моему, мы тут вряд ли успеем. Вот и все. Не успели, ребята. Ну, потому что паузы вот эти вот между попытками выстрелить, ну, как-то напрягают. А если я нажму декой? А ну-ка. То есть, несмотря на то, что у нас энергии уже нет, нам дадут возможность. Так, вот раз, два, три, четыре. А, то есть это всего лишь нам дали возможность начать с того же места. Прям одного оставалось дострелить.
Ну ладно. Один так один. Так, а у нас тем временем появилась еще одна ячейка энергии. Ну, давайте попробуем взять тогда матч-реванш. Мы начинали с Тарадонов, давайте попробуем и закончить. Это у нас карта Осколки Руин. Так, это какие-то другие Тарадоны. У тех было больше перьев как-то. Ну, на этот раз, ребята, пошло все как по накатанной. В общем-то, первый бой у нас действительно был с просонья, так сказать. Так, ну а на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. У нас закончилась энергия, и пора приступать к работе. Всем хорошего дня и до скорых встреч.